привет, я уже приехала на работу, сейчас у нас начало 9. Мне уже в 7:12 написали, что квартира освободилась, но я так рано не стала уже выезжать, потому что здесь тоже живут люди, и пылесос включать — это жесть. Меня, наверное, тут это палками потом гонять будут. Вот, сейчас, короче, тут чистенько, сейчас я по-быстренькому уберу и поеду домой. Сегодня, я не знаю, одна или две квартиры, но это точно. Ой, еще хотелось бы на рынок подъехать, хочу купить наушники. Но уже, наверное, не сегодня, не знаю, в какой-то день для компа, потому что моим уже трындец по полной. Ой, и Денису надо наушники, поэтому мы, наверное, во вторник где-то соберемся и пойдем делать покупки. Все, сейчас пока приступаю к уборке. Ну, как к уборке, тут подготовить чисто квартиру к сдаче, проветрить, просмотреть, чтобы все было чистенько и все свободно. Я когда шла сюда, вот этот вот мужчина, короче, бросила бутылку от пива, полторачку, пластмассовую. И я как раз подъезжала к работе, говорю на него: «А что, до мусорки донести тяжело, что ли?» Стоит подкуривает там. Этот самый, он на меня так посмотрел, он пьяный вообще полностью. Этот самый, говорю, что до мусорки тяжело донести, говорю, еще хрюкнуть не забудьте. Он разворачивается, он бросил вот сюда, вот где-то там на газон. Он разворачивается, берет бутылку и относит все-таки в мусорку. Вот он пошел туда, а мусорки аж там во дворах. И он все равно занес ее. Так что не все потеряно. Вот так вот. Потому что, блин, каждый накидает, и так вот потом срачник будет. А здесь кому убирать? Тут, если увидят, то увидят. Обычно все жильцам, а он вообще мимо проходящий здесь не живет. Поэтому. Пусть убирают за собой. Все, пришла я уже домой. Значит, купила сегодня на вечер, на десерт. Купила десяток яиц. Мелкие по 99 копеек. Мне нужно только там 2 яичка буквально. Хочу сегодня снова ленивые голубцы сделать. Так, дальше хлеб. Паста по линии. Паста для нас с Денисом. Кетчуп. Сметана. Это для соуса. Дальше небольшую такую капусту взяла. У меня есть чуть-чуть. И вот взяла еще одну. Вдруг не хватит. И взяла сейчас 2 бизнес-ланча. Это я себе сейчас поем, а по линии макароны подогрею. Вот сколько я за все отдала. И плюс этот десерт наш 8,86. Отдельным чеком, потому что в кондитерском. Все, сейчас это все разберу и буду делать уже голубцы. Это только проснулась. И замоталась в свою эту барахляндию. На свою пасту купила тебе. Она ела? Нет, не знаю какая. Сейчас надо защитку эту снять оттуда. Все, сейчас есть будешь. Все, поставила на разморозку фарш. Сейчас я покормлю Полину и потом буду уже заниматься этим всем. Закипел чайник. Сделаю себе макарошки эти. И все. Потом надо будет пропылесосить, наверное, за птицами еще там. Все, иди, говорю, в комнату. Так, надо убрать клетку. А клетку убрать нужно по одной простой причине, потому что вот эту вот дамочку мы все-таки решили себе оставить. Посадила к Грише. Вот парень. И вот эта карапузка. Короче, она будет жить у нас. Думаю, все равно пару создавать. Сидят, сейчас принесла им эти траву, поэтому сидят, наслаждаются, да? И ты карапуз, мама. Ты мой карапуз. Еще пока никак не назвала ее. Все, мне осталось нашинковать капусту. Одну, вторую, сделать подложку и добавить еще капусту сюда. Здесь, так как маленькие эти яйца, я 4 штучки добавила. Тут рис с фаршем, морковка и укроп. Вот, это у меня пойдет в соус сверху. А это будет именно сама составляющая голубцов. Ну и плюс еще капусту сейчас меленько порежу. Пью параллельно кофе. И останется приготовить потом соус, добавить морковку, добавить укропчик, все это залить и готовиться ставить буду.
Такое чувство, будто нас, наверное, человек 10 здесь живет. Вот, все, ликвидировала последствия готовки, загрузила, значит, в духовку голубцы, перемыла посуду. Полина сидит здесь, ест свое, это, свой кекс вчерашний. А я сейчас вот это все повытираю и пораскладываю на свои места, потому что этот завал точно меня тут не устраивает. Не ой, а учись. Я сделаю, я думала, что это маленькая будет. Надо большая уже. Большая. Маленькая. Сейчас сижу, монтирую влог. И включила, была сейчас телевизор, шла передача «Кто хочет стать миллионером?» Там Зиверт с Нилетто были. Прикольно. Вот, короче, такая у нас вкусняшка получилась. Мы уже тут понакладывали, и я практически ничего даже и не сняла, и забыла про это. Вот, у нас уже местечко такое образовалось. Короче, это очень вкусненько, кушаем. И с каждым разом все получается вкуснее и вкуснее. Вот это я уже один начала кушать и положила сейчас второй тепленький. Все стоит в этой в духовке. А сейчас придет Денис и будет, пока оно тепленькое, тоже будет кушать. Поэтому, кто кушает, тоже приятного аппетита. Вот как я мужа с работы встречаю. Понакладывала, он уже подходит. Сейчас автобус мимо проезжал, увидела, поэтому сейчас придет, будет сразу кушать.